Ребятки, решила вам в кадре показать немножко. Лицо у меня нормально уже. В общем, неудачно был выдран зуб у меня. И поэтому за кадром было. А лицо было прям вообще у меня вот так вот. Прям на извилину, вот так неудачно вырвали зуб. Вот так вот бывает. И вся щека была у меня прям синяя вообще. Так что я вообще избегаю медиков теперь. И, в общем-то, это видео снимаю для тех, кому было интересно узнать, как на мне сидит халат, который мне люди дарили. В общем, и ночнушка из распаковки, кто именно смотрит. Там, в общем, распаковку сумок. Так, и еще хочу сказать, от друзей только и от близких я могу принять, а от чужих людей нет, я не поберушка и не беру. Так что не надо переворачивать того, чего нет. Так что вот, я поэтому решила вам заснять, сразу объяснить и показать, как на мне сидит. И закрывается халат очень все хорошо. В общем-то, я довольна, ночнушка хорошо на мне, халат тоже. Подарки очень отличные, спасибо огромное.